роман, в общем-то, написанный самой жизнью. Там живые люди со своими чувствами, претензиями, обидами, какими-то там надеждами приходят в этот суд, судятся друг с другом. Шариатский суд – это самый уважаемый, самый доверительный, самый объективный, честные люди, которые сидели, и это было престижем этого суда. Лесом шендеб актуаль меселедер. Бутун ерде біз озмызын көрсетеміз, бұ тарихы Қырымын, тарихы қалқы, бұ Қырым татар. Мына бұ китапларман біз оғын бегітеміз. Бұндай китаплар чықармасақ, тарихымыз жойтылачақ та, сон Қырым башқа кішілерінкі болып кетечек.